Всем доброе узбекское утро. Сейчас мы стоим в очереди, в пробке, очередь на заправку. Потому что это одна из лучших заправок в городе. Заправляем полный бак, быстрый перекус и выдвигаемся в Каракалпак. Всем привет. С Костей Ткачевым, блогер. Опять шел мимо с пакетом. Да, я выхожу, он идет уже не с пакетом, а с рюкзаками. И увидел его и говорит, давай поедем в Каракалпак. Он говорит, поехали. Все, то есть быстро пришли к общему знаменателю. Перед дальней дорогой заехали в Ош-Маркази. Сейчас свежий плов. Рис, много энергии, поэтому чай, поллепешки, соль, свежий салат и плов наисвежайший сейчас нам принесут. И Костя первый раз попробует плов шахрисабский. Но это лучшее место в городе. Да. Ну как тебе плов? Зашел? Шикарный, шикарный. Ну вот один из вкусных, который я ел. Он еще, видишь, его только недавно открыли. Он еще такой более суховатый. Он сейчас еще постоит, он будет, ну, ты зерно. Считаете, да? Да, зерно. Каждая рисинка, знаешь, вот чуть-чуть набухнет. Mm-hmm. Он прям только свежий еще. То есть, если его сразу готовить. Он же 2 часа будет стоять, если его сразу приготовить как положено, то есть в последние гости, кто будет есть плов, они уже будут пробовать такую, ну, кашу, можно так сказать. Поэтому его технология приготовления именно такая. Небольшая остановка. Мы здесь 2 раза раньше останавливались летом. Сейчас вам Косте показывал. Тандыр, очаг, еще один очаг. Между прочим, в том году здесь был хлопок, а сейчас здесь пшеница. То есть все в пшенице. Несмотря на то, что на улице пасмурно, воздух очень теплый. То есть и очень много пыли чувствуется. От фур, от машин все поднимается, дело. Водичка течет куда-то. В общем, небольшой перекур, дальше едем. Подъезжаем к Арши, очень сильный ветер, но все равно приходится открывать окна, потому что очень жарко, несмотря на то, что прямого солнца, прямых солнечных лучей нету, очень душно, я думаю, градусов 20 на улице. Так, мы сейчас через город не едем, нам нужен поворот на Бухара, Бухоро, так, на Бухоро поворачиваем. То есть мы сейчас едем в объезд Карши. Кто знает, как переводится Карши, друзья, напишите, пожалуйста. Я реально, сколько раз был в Карши и как-то не задавался этим вопросом. То есть по-любому есть какое-то толкование. И вообще какой-то мрак, реально, смотрите, друзья. И все это возле Карши, то есть вообще все в мусоре. Здесь, похоже, свалка. И вот эти вот пакеты, они летят вот сюда, в сторону города. Здесь поле контрастненько, однако ж. То есть если хороший ветер, Карши утонет в пакетах весь. Смотри, да, да. Там это вот ветер все гоняет, поднимает, вот эти пакеты, видишь, их не сжигает, и все в пакетах здесь. Я говорю, первый раз такое вижу. Смотрите просто, как идет. Да уж. Весело. Туда он прям километры. Вот тебе и Карши. Какое-то ледовое побоище. Все в пакетах. Ехали-ехали в какой-то тупик, у сотрудника полиции спросили, он говорит, какая-то зона, ну, не поняли друг друга, да, говорит, туда. Здесь какие-то ремонтные работы идут непонятные, то есть, поэтому здесь и встречки нету, и вообще машин не видно даже. Похоже, придется включать навигатор. Память подвела.
вон птицы, которые воду пьют. Какой-то завод. Наверное, или хлопок, или зерно перерабатывают. Ну, похоже на элеватор, да, какой-то. Зерно, наверное, что-то связано. Какие-то решетки, и люди ходят за решетками, за заборами. Что это такое здесь? Похоже, исправительная колония какая-то. Да, и вон дождик начинается. Мы в какие-то зоны, короче, заехали. Вот он говорил, да, нам этот полицейский? Зона. А, вот он нам зона говорил, да. А я думаю, что за зона. Какой-то черный квартал, в общем. Вот эта тема здесь вечная, то есть я сколько здесь не проезжал, цыгане постоянно здесь ставят на вот этом переезде, ну, инвалидные коляски. Не факт, что на самом деле это инвалиды. Просто собирают, там, кто сколько может, видишь, на переезде, где машина притормаживает. Вот Стелла. Косон Тумани, Косонский район. Остановились на верблюдов посмотреть. Пастуху воды дали, он попросил. Здесь коровы и верблюды. И блогер. Они тебя сейчас укусят. Подойди ближе. Колючки, он грызут они. Здесь сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, 13 штук. 13 корабликов пустынных. Да? Не, подходи наоборот. Подходи, чтобы... Погладь. Они, не, они не кусают ничего. Чё, я боюсь. Серьезно? Нет. Иди, иди, не бойся. Есть что, я посигналю. Не, чтобы они отбежали. Но вот тот ребенок. А это, наверное, мать. С мощными ногами. Смотри, какой он пушистый. Пушистик Джонни. Ну, после зимы видно, они еще вон такие. Тесто, хотел сказать, шерсть густая у них очень. Отец идет. Вот видишь, который идет, большой верблюд? Вот это добрый, подходи. Не-не, он видно добрый, он любит людей кусать. Это самец. Что он сейчас будет делать? Колючки он будет есть. Он, видишь, пастух, вообще их не боится. Да, погладь, они не кусаются. Вот они едят. Не знаю, мне всегда вот реально интересно остановиться возле верблюдов. Такие красивые, милые. Он сейчас плюнет. Смотри, у того какие зубы. Он может дерево перекусить. Подойди ближе, посмотри на его зубы. А не укусят они меня? Он не, а он не плюется? Он так смотрит просто. Знаете, какие у него зубы? Там реально? Блин, мне бы такие зубы. Я бы тоже траву ел. Вот ребенок. Ребенок тут? Вот этому верблюду маленькому 3 дня, он только родился. 3 дня? Да, вот это их мама. А вас он не трогает, да? Смотри, одни ноги, да? Смотрите, вот этому верблюжонку 3 дня всего. Смотрите, как он смешно и нелепо.
А были случаи, чтобы он вас кусал? Не раз? Кусал вас? Сильно они кусаются? Плюет. А, плюют? Он сейчас не плюнет мне? Если будешь ударить, если его трогаешь, так не плюет, не кусает. А сильно плюют? Да, если он плюет. Вообще, стакан? Вообще, его, как, когда он плюет, надо полную... А, одежду менять? Одежду. Ничего себе, он... Не, ну вот в дорогу бы не плюнул на меня. Блин, да хочется мелкого погладить, да? Ну страшно, то, что мамка смотрит. А вы понимаете, когда он хочет плюнуть? Что-то он смотрит, не плюнуть не, хочет? Не, не плюнуть. Его, когда будешь ударить, что-нибудь сделаешь, тогда... Плюется. Так, нет. Короче, если он плюнул, надо всю одежду менять, да? Да. А он сейчас сиську, наверное, хочет сосать, да? Да. А маленький не кусается? Нет. Да маленький, не бойся. А сколько стоит маленький такой? Такой не продается. Нет? Ну а это малый, пока сиську сосет, не продается, да? Вот это 5 миллионов, 6 миллионов. 5 миллионов, $500 вон тот. Блин, ну... Смотрите, что он хочет сделать. Сейчас, если ее отпустить, она тебя съест. Да. Давайте отпустим веревку. Да ты не бойся, ты маленького, что бы. Я вот эту больше боюсь. Не бойся, я ничего не знаю. Это же малыш. Смотри, смотри, он прям за то стоит. Как плетящий, еще он не знает. А. Блин, такого маленького первый раз вижу. Одни ноги, реально. А можно, можете отвлечь большого, пожалуйста? Отвлечь. Ну, хочу погладить, я боюсь большого. Чтоб он не смотрел на нас. Не вай, снимай. Ну такой, знаешь, вообще. Как овчина. Ага. Держи. Ты держи. Ты держи. Не, я можно я только спину потрогаю? Да. Вот так держи. У него зубы как у танка. Че, он плюнуть хочет? Нет. Ничего себе, блин. У него зубы там по 4 сантиметра, да? Что он делает? А может еще раз показать? Это он так плюнет, да? Чтобы вас плюнули, вот так надо сделать, смотрите. Теперь я знаю, как заставить плюнуть верблюда. А он не легнет? Плевал сейчас? Он если плюет, все, спасибо вам большое. Было очень интересно. То есть каждый раз что-то новое узнаю о верблюдах. Как заставить плюнуть верблюда? После Денау, наверное, на втором месте вот эти дороги. Трасса здесь реально убитая. Ямы такие прям вот хорошие. Какие-то теплицы. Что-то все строит. Но кто-то неплохо вложился. Потому что... Комплекс просто огромный, ему конца края нет. Теплицы будущие. Только по этой причине я вот не люблю именно эту трассу, потому что тут
ямы точно не для Матиза. Такие крупные саксаулы я только вот здесь видел. Даже когда по территории Казахстана ехали, таких не видел кустов. И была вывеска написана, заповедник. Что-то с джейранами связано. Ну, скорее всего, заповедник. Вот это вот. Но джейран я ни разу не видел. А там где-то наша Туркмения. Почему? Потому что Аркадак мне снится часто. Первый раз вот за все время нахождения в Узбекистане стою на переезде. Какой-то состав едет. И район какой-то серый. Вот все, что связано с прилежащими территориями к Бухаре, вот все какое-то такое. Вот, ну, я не знаю. Малолюдные, серые, какие-то производственные зоны. Узбекистан, Темир, Юлари. Что-то написано. Юлари. Нефть, похоже, везут. Или вывозят. Ну, а поезд едет в сторону Туркмении сейчас. Вот там девочка смотрит. Интересно, он остановится? Остановился. Тоже он участник движения? Если гайцы его штрафуют, ну, останавливаются. Кого, Ишака штрафовать? Да ладно, что? Блин, мне жалко, они вот... Ну вот в основном цыгане на них возят вот эти бутылки, и, блин, они у них постоянно какие-то забитые. Если в кишлаках такие бодрые и шачки бегают, то вот эти вот прям, по-моему, их до такой степени истаскивают, изнашивают, что они просто упал и умер в этой колеснице в своей. Прям грустно. Да, я тебе говорю, у них такое грустное лицо постоянно. Жалко их становится. В общем, подъезжаем к Бухаре. Похоже, дождь начнется, у меня такое ощущение. Ну, прям тучи аж свинцовые. Это молодые, да, барашки? Да, да. А сколько стоит один? 55. У тебя 50 там. А одна штука? Да. Нет, мне просто некуда девать реально. А я думал, это кролики. Да. А как правильно называется это? Баранчик, баранчик маленький, барачка. Не, а по-узбекски как? Барача. Барача? Да. Маленький барача. А что с ними, тушить, да, надо их? Да, сперва это, кипятишь, потом пожаришь с луком. Ох, будет это. Я верю, верю. Я беру... Что съемка это? А это для Ютуба я снимаю, по Узбекистану катаюсь. Все, спасибо. У меня возникает вопрос, выгодно ли резать вот в таком состоянии, или они рождаются, или как, вообще не пойму реально. 55 тысяч одна штука, 55 тысяч сум, когда маленький ягненок стоит, ну, 1500 через месяц он будет стоить. То есть родился 500-400. Вот за это, я теперь понял, почему мне вот говорят за барача. Ну, писали вы часто барача, попробуй барача. Вот, оказывается. И значит, в Бухаре на рынке мы видели не кроликов, а вот именно этих барашков. Я теперь вспомнил, потому что вот эти глаза напротив, которые были, это точно были не кролики. Вот так вот. Но это, скорее всего, я нигде этого не видел. Это, наверное, только в Бухаре. Только в Бухаре, потому что вроде бы покатались по всему Узбекистану. Не замечал, чтобы такое готовили. Кажется, какое-то бухарское, наверное, блюдо. Бухара встречает дождиком.
В общем, в Бухаре идет какой-то, я не знаю, или кислотный, или грязный дождь. То есть я вышел, у меня вся куртка в крапинку полностью, вся куртка, хотя я ее новую ни разу не надевал. И вот сейчас вот просто, сейчас вот 5 минут дождь льет, и прям видно, как грязь стекает, хотя стекло чистое. Я не знаю, откуда, и из-за пыли, из-за чего, но, в принципе, уже пыль должна прибиться, то есть это с неба такая вот грязь. Вот у меня, видите, разводы. Короче, куртку ушатал за 3 секунды новую. Товарищи бухарцы, у вас часто такие дожди бывают? Вот смотрите. Видите? Вот эта вот грязь. Это не со стекла, это вот такой дождь идет. Вот я сейчас открывал. Вот эти капли грязи какие-то летят. То есть, если ты выйдешь в нормальной одежде, а у Фидерзейн сразу в стирку. Я думаю, почему столько много кафешек, где продаются балик? Потому что здесь много прудов. И такие крупные экземпляры, между прочим, висели там. Килограмм, наверное, по 7. Ну, похоже что-то на Амура. Но у нас темнеет, мы выезжаем из Бухары. Погода отвратительная. На улице стало резко прохладно. То есть, может быть, из-за того, что мы двигаемся в сторону Нукуса. Пока какие-то производственные территории. Какие-то стройки идут. Все тут все строится. Небольшая остановка в виде поглощения самсы. Какой-то вот такой маленький магазинчик. В общем, это единственное место, похоже, где продают самса. Потому что по карте, по Мапсу показывают еще 72 километра до населенного пункта, поэтому и этому рады. Самса слоеная, ну, большая, бухарская, ну, нормальная. В общем, своеобразная самса, ну, необычный какой-то вкус, реально. Но внутри все похоже на тушенку. И самса уже в тандыре лежит в пакетиках. Короче, нас тут обманули. Продавец говорит 8, а второй, короче, по десятке сшибает. Как, говорит, так? Ну, поэтому я не люблю вот на дорогах останавливаться. Постоянно пытаются обмануть. Чё? 32 дает 2. Я говорю, так 16, 4 должен. Да ладно, все, короче. Вам спасибо за обман.